Как подготовить себя ребенка к школе? Такими вопросами задаются все родители, ребенок которых идет в первый класс. На общегородском родительском собрании, которое прошло во второй гимназии Нижнего Новгорода, рассказали, с чем столкнутся родители первоклассников в школе и как сделать так, чтобы учеба ребенку была в радость. Интересно было узнать, что должен ребенок уметь, с какими знаниями он должен пойти в школу, как правильно вести себя с ребенком перед поступлением в школу. Да, было очень интересно. Одним из основных вопросов стала тема школьного питания. Согласно законодательству, ученики с 1 по 4 класс есть теперь будут бесплатно. По словам директора городского департамента образования Елены Платоновой, технически все школы готовы к этому переходу. Также были вопросы по выбору образовательных учреждений и прохождению подготовительных курсов. Однако главным все же стал вопрос бюрократический. Прежде всего, родитель должен обратиться со своим паспортом, предоставить подлинник документа, подтверждающий, что он является родителем данного ребенка. Конечно, это свидетельство о рождении ребенка. Если мы говорим о периоде с 1 февраля, то нужно подать документ, который подтверждает проживание на закрепленной территории. Набор детей в школы начнется с 1 февраля, завершится 30 июля. Вопросы о порядке приема в муниципальное образовательное учреждение Нижнего Новгорода можно задать во время горячей телефонной линии, которая будет проходить с 9 до 11 с 27 по 31 января. Телефоны горячей линии на экране. Юлия Калинина, Артем Таранков. Время новостей.